На курорты без загранпаспорта. Турция разрешила въезд украинцам по новым документам, внутренним ID-картам. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе. Турецкие власти уже опубликовали официальное решение, признающее новые украинские паспорта с чипом документом для поездок в их страну. Соглашение может начать действовать уже через 2 недели. Украинцы к этому времени успели оформить около 600 тысяч новых ID-карт, а ежедневно новые документы оформляют примерно 6 тысяч человек.